Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает кнопка Home, то в 90% случаев проблема именно в самой кнопке Home. И тут два варианта решения проблемы. Либо восстановление кнопки Home, при этом у вас будет работать Touch ID и на нажатие, либо замена ее на новую, но тогда не будет работать Touch ID. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.